Всем привет! Это вторая часть серии о выставке промоиндустрии, которая проходила с 8 по 10 сентября 2020 года. Выставка промоиндустрии проходила в Москве в первом павильоне Крокус Экспо. Были представлены оригинальные сувенирные решения, актуальные в этом году. Сувенирные средства индивидуальной защиты, брендированные маски, защитные экраны, санитайзеры и даже аппарат для бесконтактной выдачи сувенирной продукции на мероприятиях. 103 компании приняли участие в этой выставке, в том числе 6 коллективных региональных стендов: Архангельская, Воронежская, Костромская, Омская и Самарская области и Республика Адыгея. Здесь можно было получить актуальную информацию о новинках отрасли и трендах, провести личные встречи с представителями компаний и получить комментарии экспертов. Компания Daprint из Архангельска обладает всем необходимым оборудованием, обеспечивающим полный цикл полиграфического производства от препроцесса до самой разнообразной финишной обработки и отделки, которая включает лакировку, вырубку и тиснение. Компания Росспринтер является производителем цифрового печатного оборудования, который позволяет печатать на широком спектре изделий. На сайте компании Росспринтер представлена информация о комплектующих, расходных материалах и готовых для эксплуатации 3D-принтерах. Правда, комплектующие для 3D-принтеров явно китайского происхождения, и их аналоги можно найти на AliExpress с ценой раза в два меньше. Белый слой, но это в данном случае это айсинг, глазурь сахарная, и наносится. Печатать можно практически на все, вот печать на сыре. Колбаса, сыр, там все что угодно. Вот это вот мастика, на мастике печать. Это вот пастила, то есть порты, печенье, пряники, все. Компания «Бревно Гифтс» из Красноярска делает аксессуары из дерева для отелей, ресторанов и кафе. Применяет современные технологии и качественные материалы. Компания Art Studio Classic на рынке с 1995 года. В настоящее время Кольчугинский завод изготовляет по разработанным этой компанией более 30 видов уникальных подстаканников. Запущено несколько цехов художественно-латунного литья. Освоена техника нанесения ювелирных цветных эмалей и открыт свой лакокрасочный цех. Введены в эксплуатацию современные лазерные граверы с программным обеспечением, которое позволяет добиться уникального качества гравировки на металле, стекле, дереве и пластике. А где вечные? Вечные-то где? Вот это модель. Вот. Можно колесико покрутить. Здесь переставляется. У нас не только календари и ежедневники, у нас есть планшеты, фотоальбомы, органайзеры для документов. Например, нужно сделать какой-то подарок. Здесь как органайзер для личных документов на замок. Красиво. А производство прямо здесь, да, в Москве делается? Что-то здесь, что-то в Ярославле. Основная часть производства у нас в Ярославле. Кондитерская Art Confi предлагает идеальный презент, который приятно удивит и запомнится каждому. Это коробка конфет с логотипом компании или фирмы. Такие сладкие изделия не только станут уникальным поздравлением, но и принесут хорошую маркетинговую отдачу. В кондитерской мастерской Art Confi можно приобрести брендированные сладкие изделия как в единичном экземпляре, так и оптом. В базе более 10 тысяч предсказаний. Они очень редко повторяются, так что берите, угощайтесь. Даже есть обычно классическое ванильное печенье, есть цветное печенье, есть глазировка и посыпками. Есть на этой визиточке, вот с этой стороны, вот он есть сайт и телефон. Разные подарочки. Соответственно, может быть интересно тем, кто приобретает, да, заинтересованную информацию, подписывается на рассылочку. Может быть интересно тем, кто наоборот делает и дает рекламу.
давайте визиточку. Если хотите, давайте я вам бананчики таки дам. И если хотите подписаться на нашу рассылку, то вот, пожалуйста. Хорошо. Компания «Шелкография» из Воронежа представляет услуги печати на ткани, металле и пластике. Площадка itzy.com – это глобальный онлайн-рынок, где люди собираются вместе, чтобы делать, продавать и покупать, и собирать уникальные предметы. Компания «Современные технологические линии» производит медицинские аппараты для лечения различных видов заболеваний. На их сайте я насчитал этих видов заболеваний более сотни. Три режима работы, 78 программ. Все программы абсолютно разные. Первый режим – это снятие боли. Если где-то что-то заболело, ставите, клеите электроды и снимаете боль без всякого лекарства и вообще тому подобное. В нем два канала, то есть сразу нужно 4 электрода ставить. А так можно сразу двоим людям. Поэтому максимальная сила тока идет 90 миллиампер. Допустим, какая розничная у вас цена? Розницу, он в аптеках вообще города Москвы, он 15 и выше. Так его цена 14-400. Сейчас 25% скидки. Вот это нейростимуляция. Сейчас покажу, что такое массаж. Вообще, дома его иметь, это просто... Он при всех случаях вообще, вот его взяли с собой куда-то, в самолете его нужно использовать. Удобный маленький, вот. Мини, да. А? Мини вообще, маленький, удобный. Комфортно, да. Удобный. Куда его хотите, прицепили, приклеили электроды. Дома можно делами заниматься. Абсолютно не мешает. 30 минут пройдет, он сам отключится. Все. Да. Даже можно уснуть вместе с ним. Здорово, да. Максимум идет 90, я уже сказала, да? Ага. Массаж хорошо прорабатывает глубокие мышцы, снимает напряжение у мышц. Вот сейчас не переделал, говорит, правда, говорит, даже куда-то плечи ушли, я вот ему ставила сюда-сюда. Ага. У него часто болит грудной отдел. Он говорит, просто говорит, как-то плечи туда ушли. Я говорю, да, так и есть. Потому что плечи сразу выпрямляются. Мышцы же, они, вот мы привыкли вот так ходить. А когда мы мышцы все эти проработаем, у нас не будет мышечной гипоксии, вот это все внешнеклеточное пространство, оно заполняется кислородом. Клетка без кислорода не живет. Она когда вот получает вот этот импульс, она начинает и другие клетки будоражить. И поэтому вот это все заполняется кислородом. И у нас поэтому такая легкость появляется. Как хочется прям плечи выпрямить и все на свете. Точно так же вот боль снимается. А очень хорошо действует. Классно. 24 вида массажа здесь. 24 вида массажа. Они все абсолютно разные. Обалдеть. Это я меряю маленькими электродами, а вот если большие электроды поставить, представляете, как да. Какой релакс получается. Это, наверное, еще и на пояснице там, да, на другие хотите. Части. Сейчас покажу. В инструкции все написано, куда это что ставить. Поясничный, грудной отдел, шейный, плечи, лопаточный переартроз, межреберная невралгия, срединный, лучевой нерв, седалищный нерв, артроз таза бедренного сустава. Вот моя проблема. Только с ним живу. Если у человека диабет, чтобы не было диабетической стопы. Коленные суставы, артриты, артрозы, межреберная невралгия, урология, косметология, ревматоидный артрит, пяточные шпоры, натоптыши, подагра, вывихи, ушибы, переломы, вальгусная деформация стопы, артроз тоже коленных суставов, малоберцевый нерв, тоже там проблема, если есть. Судорожные боли в икроножных мышцах, наш варикоз, у нас же везде мышцы все капилляры, это основное наше сердце. Если мышца начинает как-то неметь там и все, начинаются проблемы с суставами. Я понял. Понимаете? Здесь вот показано, поэтому эта цена на всю жизнь и вообще поможет будет по жизни. Семье и вам, и родителям, и вообще просто. 9 зон на аппарате, какие заболевания вообще ставятся. Сила тока, сколько раз ты не используешь, и какой массаж на каждую зону. Дается вам бессрочная гарантия. Вот консультации, телефон мы оставляем, что если нужно. Ну, все к вашим услугам. Ну потом спасибо скажите. А где у вас этот сайт, куда зайти? Есть у нас магнитотерапия.
Есть у нас ультразвук вместе с токами. Есть миостимуляция органов малого таза, это у кого проблема с мочеполовой системой. Точно такие же похожие электроды идут, тоже те же самые артриты, артрозы, вот такие, да. Но есть еще ректальный, вагинальный зонд, это укрепление мышц внутренних, это как для мужчин, так и для женщин. Там очень много, вот тоже, если интересно по мочеполовой системе, это можно рассказать. Вот, по нему очень много надо рассказывать. А вот эти вот вещи, видите, на колени, пояс, перчатки, носки, это можно подключать к этому аппарату. Вот mm-hmm. вот этих электродов. Понятно. Там уже встроенные электроды, можно уже с лекарствами использовать. Вот эти идут серебром, это идет другая совершенно процедура. Смачиваться в 2% растворе морской соли, получаете ионы ФРС. Опять же, вот это как для инсультников, скажем, да, чтобы вот заставить там кисть заработать или еще что-то. Сейчас я вам покажу миостимуляцию, другую. В отличие от массажа, электромышечная стимуляция, она уже, наоборот, напрягает мышцы. Мышцу можно напрячь до 90%. Это мышцы позвоночника, позвоночный столб, сколиоз позвоночника. Это артриты, артрозы, это суставные мышцы. Это гипертонус мышц, например, у детей, скажем, да? Это косметология, это урология, это все миостимуляции. То есть идет основное лечение. Вот три режима работы. 78 программ. Представляете, в одном аппарате за 10-800. Представляете, какая ценность аппарата? Да, когда люди идут, нейростимуляция, она обезболивает, когда у человека болит, вы идете в аптеку, покупаете таблетки, это уже экономия денег. И травмы нет никакой, там желудка и вообще печени и всего на свете. Массаж сейчас стоит 1500-2000, если не больше, какой-то сядут, 10 надо сделать. Двадцатка улетит, если не больше. Это опять экономия денег. Угу. Миостимуляция, да, если в спортзале жить хорошо, но миостимуляцию просто так как бы ты не накачаешь мышцы. А здесь можно миостимуляцию накачать до 90% мышц. Вообще. Обалдеть. Говорю, за 10-800 весь аппарат, три режима работы, вот. А где сайт, куда заходить, смотреться? На сайте вы купите его не за 10-800. Ну, это понятно. Или вы просто хотите посмотреть на сайте? Нет, пока, ну да, информацию на сайте, тоже надо смотреть. Сайт наш STL, STL.ru, русскими буквами. STL просто набираете, аппарат. Я понял, хорошо, ладно. Отключайте меня от аппарата. Вот, дальше видите, пойду посмотрю. 14-400 да. Аппарат стоит. Это вся наша аппарат продукция. Аппарат очень хороший. Приобретайте, пока есть возможность такую сумму. Компания Rene Royal представляет вязаные изделия и игрушки. Особый шарм добавляет элегантная кожаная упаковка ручной работы. Где-то подсматриваем какие-то идеи. Нет всего этого. И мы можем, если мы получаем заказ идеи рисунок заказчика, то мы никогда его не свяжем больше никак. Точно так же, если к нам обращаются с дизайном чужим, говорят, свяжите нам вот это, присылают фотографии, мы это тоже не делаем. Просто потому, что мы уважаем. И хотим, чтобы наши также уважались. Господи, в мире столько. Я очень хорошо понимаю. Единственное, мы почему удержались от этого в свое время, потому что в наших судах невозможно отстоять свое право. Ну, кроме того, что вы потратите очень много нервов и денег на адвокатов, да. Вы не сможете все равно отстоять эту штучку.